17 веке Швеция стала господствующей державой на Балтике и в Европе. Амбиции этой страны начали стремительно распространяться дальше, на восток, в русские земли. Россия должна была воевать, невзирая на человеческие и материальные потери, или прекратить свое существование как независимое государство. Другой альтернативы не было. В 1700 году началась война, которая полностью изменила расстановку сил на мировой арене. Еще в 1617 году по Столбовскому мирному договору Россия уступила Швеции территорию от Ивангорода до Ладожского озера и полностью лишилась Прибалтийского побережья. Без выхода к морю Россия была обречена на роль второстепенной державы. Царь Петр I не мог смириться с этим. Пришло время вернуть утраченные земли. Понятно, что ни одна страна никогда не хочет терять никакие территории, которые когда-либо ей принадлежали. Тем более в 17-18 веках, когда, так сказать, этому придавали, может быть, даже еще большее значение, чем в наши дни, поскольку, так сказать, богатство, могущество страны напрямую всегда связывалось с размерами территории. Король Дании Кристиан V отправил в Россию посла Пауля Гейнса с предложением заключить военный союз против Швеции. Встреча Гейнса с Петром была тайной в ночь с 21 на 22 октября 1698 года. Гейнс писал об этом в Копенгаген. «Царь сделал мне знак следовать за ним в отдельную комнату, приказал запереть двери и спросил, что я могу ему предложить. 21 апреля 1699 года договор с Данией был согласован. Стороны обязались оказывать взаимную помощь от нападателя и оскорбителя. Одна из тайных статей договора гласила, что Россия может вступить в войну только после заключения мира с Османской империей. Вскоре Петр заключил союз и с польским королем Августом II, который был еще и саксонским курфюрстом. Но если Петр – это государственный деятель, которого прежде всего волнуют государственные дела, то Август – это человек, который любил хорошо пожить. Поэтому у него было, дай бог, не знаю, так сказать, ну, во всяком случае, так, 300-400 детей от разных женщин. Он любил красивые дворцы. Август мечтал о возвращении Лифляндии. Шведы ввели здесь редукцию имений, проверку документов на право владения землей. Вскоре из 5000 имений у лифлянского дворянства осталось лишь 1000. Остальные земли отошли казне. Главой недовольных лифлянских дворян стал капитан Иоганн Рейнгольд фон Паткуль. Его обвинили в государственной измене, он бежал в Польшу и здесь стал служить Августу II. Именно Паткуль предложил организовать союз против Швеции. Образовался мощный Северный союз. В него вошли Дания, Саксония, Польша и Россия. Швеция конца 17-го, начала 18 века – это держава, которая претендовала на создание своей собственной империи и, ну, на гегемонию в Северной и Восточной Европе того периода. Вот, собственно, это и стало причиной войны. В конце июля 1699 года в Москву прибыло шведское посольство, целью которого являлось подтверждение Кардисского мирного договора 1661 года. Шведы встретились с Петром. Им была вручена царская грамота, содержавшая в частности такую фразу: «По Кардисскому вечному договору, в соседственной дружбе и любви мы с вашим королевским величеством быть и изволяем». Уезжая, послы были уверены, что выполнили возложенную на них миссию, и мир со стороны России гарантирован. На самом деле Петр уже принял решение о начале войны. Первыми начали войну войска Августа II. Его армия вошла в Лифляндию и сходу овладела крепостью Динамюнде. В августе того же года датский король Фредерик IV начал вторжение в Гольштейн-Готорпское герцогство на юге страны. Однако войска 18-летнего шведского короля Карла XII неожиданно высадились под Копенгагеном. Дания была вынуждена заключить Травентальский мирный договор и отказаться от участия в войне. Юный Карл XII проявил себя как очень талантливый полководец. Он был не дипломатом, не ученым, тем более не юристом. Это все его не интересовало. Он был солдат. Солдат был замечательный. Он мог там сутками не слезать с седла,
он не боялся болезни, он не боялся ран. Он мог довольствоваться пищей простого солдата, и это не было позой. 8 августа 1700 года в Москву пришло известие о заключении мирного договора с Турцией. На следующий же день, 9 августа, Россия объявила войну Швеции. Война началась с осады крепости Нарвы. Гарнизон Нарвы насчитывал не более 500 человек против 40 тысяч солдат Петра. Но русская артиллерия состояла из старых орудий. Бомбы для мортир быстро закончились, и по крепости стали стрелять камнями. Лафеты многих пушек оказались такими ветхими, что разрушались после 3-4 выстрелов. «Понеже все было старо и неисправно», — писал Петр в своем дневнике. Узнав об осаде Нарвы, король Карл XII с 32-тысячной армией прибыл в Пярну. Как только Петр получил донесение о приближении шведов, он тут же покинул армию. Это походило на бегство. Я не думаю, что есть какие-то основания считать, что Петр покинул армию из трусости. И ожидали, видимо, что шведская армия будет идти примерно так, как русская армия шла под Нарву. Она шла, в общем, совершенно не спеша, как на прогулке. Вот. И, соответственно, думали, что ну, еще через там, недельку, может быть, и шведы подойдут. За это время вот, как раз можно и подвести боеприпасы и как-то подготовиться. Так что я думаю, что, конечно, это легенда относительно, так сказать, какого-то страха. Это вообще не, в, ну, я бы сказал, не в характере Петра и не похоже на него совершенно. Вместо себя Петр назначил командующим австрийского герцога де Круа. Де Круа созвал военный совет. Все высказались за то, чтобы обороняться. Лишь один Шереметьев предложил первыми атаковать шведов. Но это предложение было отвергнуто. Инициатива оставалась за противником. Рано утром 19 ноября Карл XII двинулся через лес по едва проходимым тропам. Шведы скрытно подошли к русскому лагерю и захватили возвышенность Германсберг. Момент для атаки был выбран очень удачно. Небо покрылось тучами, поднялась метель, которая била прямо в глаза русским. Шведы ворвались в укрепление. Центр был прорван. Русские побежали. «Немцы нам изменили!» – раздались крики солдат, начавших избивать своих офицеров. Герцог де Круа предпочел для собственной безопасности сдаться в плен. Петр не ожидал такого стремительного разгрома. Недооценил он противника, потому что не было опыта на протяжении многих десятилетий предшествующих. У русской армии не было опыта столкновения с вот регулярными армиями европейских стран. Война с турками, война с крымцами – это было нечто совершенно иное. И что представляла собой вот эта армия шведская, я думаю, что Петр, в общем-то, и не знал. После этого поражения в Европе утвердилось мнение о полной недееспособности русской армии. А Карл XII получил прозвище шведского Александра Македонского. Теперь перед Карлом XII встал вопрос, что делать дальше? Есть версия, будто он думал захватить Псков и двинуться вглубь России, но отказался от этого плана. От Пскова до Москвы по прямой верст 600. Дороги плохие, кругом болото. Совсем иное дело в Польше. Но главное, здесь хватало магнатов, недовольных Августом. Нельзя сбросить со счетов и субъективный фактор. 19-летний Карл ненавидел Августа II. Август II – это полная противоположность Карлу. Это был человек, который любил закатить красивый пир, любил закатить фейерверки, например. Ну, любил развлекаться. Развлечения были достаточно грубоваты. Они с Петром были, например, очень похожи в эту эпоху, потому что, ну, там, при Петре был какой-нибудь всепьянейший собор, допустим. Август II, допустим, там гостей взвешивали до обеда и после обеда. Это вот такое нормальное развлечение для монарха. Карл XII несколько раз разбил войска Августа II, захватил Варшаву и двинулся вглубь Курляндии. Вскоре шведская армия завладела всей страной. Карл заявил: «Мы состряпаем другого короля полякам». Выбор пал на воеводу Станислава Лещинского. Он был молод, честен, отлично образован. Но у него недоставало знатности рода, и хотя на избирательный сейм не явилось ни одного воеводы, Лещинский был избран королем. Такая марионеточная фигура, которого Карл XII посадил на польский престол, для нас, то есть с точки зрения политики вот той эпохи, это вот именно марионеточная фигура, которая, ну вот, посадили, потому что посадили. Считаться с ним совершенно не обязательно, вот. Никому он не нужен, не интересен, все понимают, что он король только потому, что шведы его поддерживают. Теперь оставалось отправить в отставку Петра.
Карл XII издал манифест, где призывал население России к бунту против жестокого царя и обещал русскому народу свою королевскую волю. Петр приказал привести в исправность полки, разбитые под Нарвой. Князь Николай Репнин быстро собрал уцелевшие войска. Солдат все равно не хватало. Петр велел продолжить рекрутский набор, по которому дворяне поставляли по одному пешему рекруту с 50 дворов и по одному конному со 100 дворов. Подтвердил указ 1697 года об освобождении семей, добровольно записавшихся в солдаты, от крепостной зависимости. Чтобы добыть медь для артиллерии, Петр издает указ со всего государства, от церквей и монастырей, собрать часть колоколов на пушки и мортиры. Отныне вся страна работала на войну. После Нарвы непонятно, что дальше Карл XII предпримет. Если Карл пойдет на Россию, то сопротивляться нечем и некем. Вот. И он укрепляет близлежащие города, он укрепляет Псков, в частности. Вот. Так что он очень энергично действует. А действительно, судьба страны была на волоске. 25 июля 1701 года шведские суда подошли к единственному русскому порту Архангельску. Корабли вели русские лоцманы, захваченные в плен. Один из лоцманов, Иван Рябов, умышленно посадил шведский фрегат на мель напротив Новодвинской крепости. Рябов был ранен, но сумел прыгнуть за борт и доплыть до берега. Из крепости открыли артиллерийский огонь и отправили отряд солдат на лодках для захвата судов. Шведы испугались абордажа и уплыли во свояси. Петр был очень доволен победой. Флот, корабли, то первая любовь, так она и останется на всю жизнь. Но ведь службу-то он проходил по-настоящему. То есть если матросом, значит он будет уметь ставить паруса и бросать якорь. Чтобы соответствовать шведам, нужно было иметь сильный флот, и Петр начал спешно его строить. В 1702 году в Архангельске были спущены на воду два фрегата и заложен 26-пушечный корабль. В августе 1702 года Петр посадил войска на 10 судов и приплыл к деревне Нюхча у Белого моря. Оттуда Петр двинулся сушей к самой северной точке Онежского озера. Пришлось почти 160 верст пробираться через густые леса и болота. Лошадей не хватало, и потому пушки шли на людской тяге. Да что там пушки? Солдаты волоком тащили два гребных фрегата. Общий сбор русских войск состоялся недалеко от Нотебурга 26 сентября. Древняя русская крепость Ореш, которая находится на острове. Вот. Собственно, этим и определяется ее стратегическое значение, потому что как крепость она контролирует реку Неву. Вот, собственно, смысл, значимость этой крепостной системы. Кроме этого, крепость еще имела мощную артиллерию, поэтому Петр переправил армию на другой берег Невы и открыл огонь по Нотебургу. В крепости начались пожары, жены офицеров отправили к русским парламентера с просьбой выпустить их из крепости ради великого беспокойства от огня и дыму. Переговоры вел сам Петр под именем бомбардирского капитана Петра Михайлова. Он ответил дамам, что тем разлучением их опечалить не изволит, а если хотят выехать, изволили бы и любезных супружников своих с собой вывести. Однако дамы не вняли совету. 11 октября Петр приказал начать штурм города. Русские несли большие потери. Часть солдат побежала назад к лодкам. Князь Михаил Голицын приказал оттолкнуть лодки от берега, чтобы у солдат осталось два выхода – штурмовать крепость или погибнуть под пулями. После 12-часового штурма гарнизон крепости капитулировал. Петр переименовал Нотебург в Шлиссельбург – ключ-город. Весь 1703 год Карл XII провел в Польше. Ему покорились Варшава, Краков и большинство других городов. Опьяненный успехами, Карл почти забыл о России. Тем временем русские взяли Нейн-Шанс. Все течение Невы, от истоков, где стоял Шлиссельбург, до устья, оказалось в руках Петра. Теперь нужно было надежно укрепить Невское устье. 16 мая началась закладка Санкт-Петербурга. В мире не так много крупных городов, имеющих такое вот искусственное происхождение. Все-таки большая часть городов имеет вполне естественную историю. Да? Они возникают вот из каких-то поселений, так сказать, и так далее. А Петербург – это вот искусственное образование, имеющее, несущее множество, так сказать, очень важных для 18 века, для Петра лично, для русской истории в целом очень много смыслов. Крепость построили в короткий срок, за полтора месяца. Были засыпаны землей стены, укреплены бастионы. Напротив покоренной крепости Нейн-Шанс был посад.
Петр велел разорить посад, а его население в принудительном порядке стало первыми жителями Санкт-Петербурга. Но с моря город был не защищен от нападения. Петр приказал устроить искусственный остров. И скоро в Финском заливе вырос форт Кроншлот – коронный замок. 1704 и 1705 годы шведская эскадра безрезультатно бомбардировала Кроншлот. Кронштадт стал надежным щитом Санкт-Петербурга. За его почти 300-летнюю историю неприятельские корабли ни разу не смогли прорваться мимо крепости. 9 июня 1704 года русские войска взяли крепость Дерпт и подошли к крепости Нарва. Петр жаждал реванша. Карл XII Петру очень помог, потому что пока он там гонялся за Августом II, чтобы согнать его с престола, посадить своего ставленника, он предоставил Петру передышку, чем Петр и воспользовался. А в Прибалтике ведут такие мелкие военные действия, где вот эта новосоздаваемая Петровская армия учится воевать. Вот. Благо, ей не мешали. Вот. Ну и надо сказать, что это хорошо удалось. Поэтому, собственно говоря, Петр I мог спокойно прибыть под эту Нарву в 1704 году. Там не так расположили артиллерию для штурма. Петр указал, как надо расположить артиллерию для правильного штурма и так далее. У него была просто возможность это хорошо делать. Не мешали. Коменданту Нарвы генералу Горну предложили сдаться, не дожидаясь приступа. Он отказался. Штурм начался 9 августа. Уже через 45 минут победители ворвались в Нарву. Только тогда Горн приказал в знак сдачи ударить в барабаны. Но рассвирепевшие русские солдаты не обращали на это внимания. Кололи барабанщиков. Убивали всех, кто попадался под руку. Ну, это обычная ситуация вообще для 18 века. Бывали случаи, когда договаривались о том, что гарнизон с развернутыми знаменами под барабанный марш выйдет из крепости. Вот такое могло быть условие. Значит, если они выходили таким образом, они с собой, как правило, уводили жен и детей. То есть и, так сказать, гражданское население. Вот. Но если не сдавалось, то тогда, конечно, участь обычно была, так сказать, печальной. В 1705 году Петр поручил Шереметьеву охоту на генерал-майора Левенгаупта. 16 июля 1705 года войска Шереметьева атаковали шведов возле местечка Муромызе. Левенгаупт отступил под защиту крепостных стен Риги. Тогда русские осадили Метаву. 3 сентября гарнизон крепости капитулировал. Эта победа была важна тем, что шведы, засевшие в Прибалтике, лишались сухопутных коммуникаций с Карлом XII, находившимся в Польше. Несмотря на успехи в Курляндии, Петр чувствовал себя крайне неуверенно. Ведь до сих пор он побеждал лишь небольшие отряды шведов. А что будет, когда Карл XII придет с большой армией? Шел 5-й год войны, а Карл до сих пор будто не замечал побед русских. И думает, что он, так сказать, с Петром-то уж и подавно там потом справится, что там на него время тратить. Вот гораздо есть более сильный противник, польский король Август. Вот сначала с Августом надо разобраться. Он, так сказать, логически, мыслит-то вполне, да, логически рассуждает. Потому что надо сначала сильного противника уничтожить, а потом с этим слабым-то уж он сам пощады попросит. Вот, но ошибается. К нашему счастью. В конце декабря 1705 года Карл внезапно поднял свои войска из района Варшавы и двинулся на Гродно, где находилась 20-тысячная русская армия под начальством Александра Меншикова. 13 января 1706 года шведы вышли к замерзшему Неману, к большому удивлению Меншикова. Посол Витвард записал, царский любимец при первых же выстрелах бежал за 50 английских миль, не выпуская поводьев из рук. Меншиков говорил, что поехал встречать Петра, но тот далее Смоленска так и не добрался. Ночью бежал из города и Август II. Артиллерии для штурма города у Карла XII не было, поэтому он блокировал его. 24 марта русское войско под командованием фельдмаршала Огильви покинуло Гродно, переправившись по понтонным мостам через Неман. Узнав об уходе русских из Гродно, Карл XII немедленно бросился в погоню. У Карла-то эта самонадеянность, она подпитывалась в предшествующие годы, потому что вот этот сначала разгром русских под Нарвой,
который получил общеевропейскую известность. Затем его успешные, так сказать, действия в Швеции, в Польше, простите, они создали ему славу непобедимого полководца. И, конечно, он был самонадеян. И, конечно, собственно говоря, ставил себе целью окончательно разгромить Россию. Шведские генералы предлагали Карлу двинуться на север, чтобы выбить русских из Прибалтики и разрушить Санкт-Петербург. Карл действовал по-своему. Он продолжал идти на юг. Сплошные болота Полесья в апреле превратились в громадные озера. Продвижение осложнялось русскими заградительными отрядами. Карл понял бессмысленность своей погони и объявил о походе на Саксонию. Шведы вновь прошли Речь Посполитую из конца в конец. 1 сентября 1706 года они вступили в Саксонию и заняли ее практически без сопротивления в течение 2 недель. Теперь Август II лишился не только Польши, но и Саксонии. Вопреки договоренностям с Россией, Август вступил в тайные переговоры со шведским королем. Он отказался от всех договоренностей с Москвой и от польской короны. Это было предательством. Потому что Август II был союзником Петра. Пока он оставался королем Польши, ладно, все в порядке. Он плохо ли, но воюет. Его, правда, шведы все время бьют, но он все равно воюет. Правда, ему оказывают помощь, он воюет. Но когда шведы вошли в его родную Саксонию, он сломался. Петр ничего не знал о предательстве Августа и решил двинуть свои войска в Польшу. Корпус под командованием Меншикова соединился с войсками Августа II. Меншиков не подозревал о сговоре Августа со шведами и решил атаковать противника у города Калиш. Битва при Калише началась 18 октября 1706 года. Сражение продолжалось 3 часа, закончившись капитуляцией шведов. После победы под Калишем Август II въехал победителем в Варшаву. Потом он обманом забрал у Меншикова всех пленных шведов, вернул их Карлу, а Лещинскому отослал польские королевские регалии. Несмотря на свои победы, теперь Россия осталась в войне со Швецией в одиночестве. Петра ждал еще один удар. 8 апреля 1708 года в Петербурге получили известие о восстании казаков на Дону. Началось знаменитое Булавинское восстание. Против него царь отправил 34-тысячную армию. Почти столько же воевало против Карла. Восстание было утоплено в крови. Один только отряд Долгорукова уничтожил 23,5 тысячи казаков мужского пола. Женщин и детей не считали. Воспользовавшись ситуацией, Карл XII повел свою армию на восток. Он говорил: «Теперь мы идем по дороге на Москву, и если только будем продолжать, то, конечно, дойдем». Первое сражение 1708 года произошло у местечка Головчин. Карл XII атаковал отряд Репнина. После упорного боя русские в беспорядке отступили. Военный суд вынес Репнину суровый приговор. Обвиняемый достоин быть жития лишен. Смертную казнь Петр заменил другим приговором. Генерал Репнин был разжалован в солдаты. Никита Иванович Репнин – это фигура такого вот переходного периода. Это честный солдат, который настолько, вот насколько он может, настолько он действует на войне. Упрекнуть его в трусости, в глупости невозможно. Но он еще не профессиональный военный. Он может умереть на поле боя, но он не может переплюнуть Карла XII и его генералов. Его за это нельзя казнить. 7 июля 1708 года Карл вышел к Днепру и без боя занял Могилев. Карл хотел соединиться с отрядом Левенгаупта, но не дождался его. Шведское войско вышло из Могилева и остановилось у местечка Старишей. По приказу Петра русские люди сжигали хлеб и продовольствие, портили мосты. Шведская армия шла по выжженной земле. Карл XII приказал идти на Украину. Армия повернула на юг и двинулась к городу Стародуб. О том, что Карл XII изменил план действий, Левенгаупт не знал и переправился через Днепр. Возле деревни Лесная Меншиков настиг Левенгаупта. Шведские солдаты были великолепно обучены. Вот он умел идти в атаку, действуя одновременно тяжелым ружьем со штыком в одной руке и палашом, холодным оружием, в другой. Это требуется очень серьезное обучение, чтобы это делать. Противостоять такому натиску было очень тяжело.
В это время к Петру обратился солдат с просьбой повелеть, чтобы находившиеся за регулярную пехотою казаки и калмыки кололи всех, кто подастся назад. Петр ответил: «От тебя первого слышу такой совет и чувствую, что мы не проиграем баталии». Этим солдатом был князь Репнин. Русские войска вновь атаковали, и шведы побежали. С остатками войск, 6500 человек, Левенгаут бежал вниз по реке Сож. После Лесной царь простил князя Репнина и вернул ему чин генерала. Саму битву возле Лесной Петр называл «матерью полтавской победы». С осени 1708 года Карл не предпринимал никаких решительных действий. Казалось, король тянул время, но оно давно уже работало на русских.